Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре я расскажу о зеркале-видеорегистраторе Xiaomi Smart Rearview Mirror. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а если хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, включайте колокольчик. Видеорегистратор выглядит опрятно и компактно. Матовый темный корпус не бросается в глаза со стороны улицы и не отвлекает водителя от дороги. Сам девайс выполнен в виде зеркала, крепится он с помощью специальных резинок на задней стороне к штатному зеркалу автомобиля. Устройство оснащено сенсорным дисплеем диагональю 8,88 дюйма. В нижней части корпуса расположена одна единственная кнопка включения. На той же стороне расположен слот для microSD-карты. Видеорегистратор поддерживает накопители максимальным объемом 64 гигабайта. Стоит помнить, что флешка должна быть классом не ниже 10, иначе во время записи роликов могут происходить прерывания, да и в целом устройство может работать нестабильно. Видеорегистратор ведет съемку в разрешении 1920 на 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Качество дневной съемки приемлемое, яркая и четкая картинка, изображение не искажается по краям. Ночью съемка тоже более-менее нормальная, изображение не бликует при ярком свете, номера автомобилей различаются на расстоянии около 7 метров. На видео присутствует небольшая зернистость. Звук в модели довольно неплохой, детали слышны достаточно четко, даже тихие. Более того, на видео можно услышать даже то, что происходит за пределами машины, с условием, что она стоит на месте и заглушена. GPS-модуль. Активная керамическая антенна обеспечивает сильный и стабильный GPS-сигнал, позволяющий быстро получать карты местности в любом уголке земного шара. Поддержка нескольких способов определения места назначения, автоматический поиск спутника и высокоточное определение местоположения. Системы ADAS. Система своевременных предупреждений ADAS оповестит водителя о возможных угрозах, сообщит о недопустимой дистанции с впереди идущим автомобилем, предоставит экологические данные внутри и снаружи автомобиля, проконтролирует наличие препятствий при езде задним ходом и даже укажет на дорожную разметку. Wi-Fi модуль. Видеорегистратор синхронизируется со смартфоном или планшетом. С помощью приложения можно настраивать устройство, а также получить удаленный доступ к сохраненным записям. Также доступна удаленная настройка навигации, микроканал доступа, маршрут перемещения, пробег и прочие важные функции. Приложение является интуитивно понятным, поэтому можно быстро освоить его возможности. Смешанная система охлаждения. Умное устройство имеет смешанную систему охлаждения 4 в 1, которая обеспечивает высокую тепловую защиту. Горячий воздух внутри салона автомобиля пропускается через медь. Увеличению скорости процесса способствует термальный силикагель, а для усиления эффекта разработчик предусмотрел графен, который позволяет расширить площадь охлаждения. Отзывов на данную модель немного, но я выделил несколько отрицательных. Интерфейс на китайском. Сложно сдружить телефон с зеркалом. Теперь переходим к положительным отзывам, которых немного больше. Качество съемки. Время работы. Качество соответствует описанию. Возможно, вы стали владельцем такого видеорегистратора и захотите поделиться своим мнением о данной модели в комментариях. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а чтобы не пропускать новые видео, включайте колокольчик. На этом у меня все, всем пока!